Большой выбор соковыжималок, электросушилок, мясорубок. Доступные цены. Мир техники. Володарского, 36. Телефон 46-68-70. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. Большой выбор соковыжималок, электросушилок, мясорубок в магазине «Мир техники». Доступные цены. Володарского, 36. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая ситуация в Зауралье обусловится влиянием атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков, проливающихся интенсивным ливнем. В Екатеринбурге плюс 29, 31, Тюмени 32, 34, Челябинске плюс 31, 33, возможно гроза. В Кургане малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха плюс 17-19. Днем в Кургане переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха плюс 32-34. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба. 10 августа солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!